Всем привет, друзья! Вы находитесь на канале PlayJason, и сегодня мы продолжаем выкатывать карьеру за Михаила Мудрика. Первый свой стрим, который я выкатил в 2019 году, был именно за этого парня 1 числа. Друзья, кто был на этом стриме, тот знает, что у нас произошло в этой карьере. Да, друзья, мы сменили свою футбольную прописку и перебрались в дождливой Англии в Италию. Лацио, друзья, станет следующим нашим пристанищем на ближайшее время. Но, друзья, каково было мое удивление увидеть в этой команде Виктора Цыганкова. Не знаю, мне очень сильно приятно играть с этим парнем в одной команде. Тем более он играет на правом фланге, мы на левом. Как-никак связочка украинских вингеров работает на ура. И уже в первом своем дебютном поединке, что Виктор Цыганков, что Михаил Мудрик, проявили себя. Мудрик отдал голевую на Цыганкова. Цыганков, в свою очередь, забил свой первый дебютный гол за Лацио. А знаете, друзья, что самое интересное? Лацио принимает в этом розыгрыше Лиги Чемпионов участие. И наша группа вместила в себе довольно-таки серьезных соперников. Итак, друзья, первый поединок на сегодня. Лацио принимает у себя дома Сампдорию. Мы, конечно же, в основном составе. Лацио играет без фланговых защитников, поэтому нашим вингерам приходится ой как сильно потеть. Сампдория в атаке. Сейчас момент. Удар по воротам и 1-0. Вот так вот на 11-й минуте встречи. Первый же удар по воротам для наших соперников является результативным. Та игровая схема, по которой играет Лацио, она не совсем полезна в оборонительном плане. Ой, хорошо. То, что надо. Пробить, братан. Все, что оставалось, тебе пробить. Цыганков, Виктор, удар по воротам. Как же опасно. Момент. Рэш, решай. Рэшфорд, хорошо, голевая передача. 1-1, 26-я минута матча. Я все-таки думал, может мне пробить. Последний момент, нет. Я лучше на уверочку попытаюсь сдать точную передачу на Рэшфорда. Наш Михаил Мудрик, Рэшфорд. Все как надо, как часы. Заброс на Цыганкова, давай, Витя, достань. Хорошо. Подача. Забрали. За это мы можем получить по щам. Первый тайм, друзья, счет матча 1-1. Во втором тайме у нас будет 45 минут, чтобы попытаться вырвать победу в данном поединке. Давай. Куда? Витя Цыганков, ты чего? Ну, здесь полностью гол на Цыганкове. Я не знаю, зачем он так сильно сместился в центр. Вот посмотрите, потеряв своего игрока полностью. И вот такой вот привозик. Да ну где? Не-н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 е, все, это до свидания, дряди. Хорошо, то, что надо. Зачем ты мне возвращаешь? На подаче. Ну уже! Цыганков! Голевой пас. 74-я минута матча. Связочка. Просто шикарный навес. Прямиком на ногу. Смотрите. Но здесь тяжелее было не забить, чем забить. Фансируем мы Цыганкова голами. Мы не гордые, ребята. Нам-то что? Мы можем даже на голевых передачах прожить. У нас еще время есть, чтобы спастись. Сносим, я надеюсь, без желтой. Хорошо, первый горчичник. Иммобиле, беги. Беги, Иммобиле. Боже мой. 3-2, очень результативный матч, но, к сожалению, мы проиграли. 7,8 оценка за поединок. Тарай, рарай, рарара, рара, па-па-па-па-па. Да как в запасе? Да, ну это не серьезно. 2-1 победа, Рэшфорд двушечка, ну... Ну все же, блин, я хотел дебютировать. Ну ничего страшного, мы не расстраиваемся, у нас поединок против Вероны. Еще два матча есть перед следующим поединком против ПСЖ в Лиге Чемпионов. За эти поединки мы должны наверстать, доказать тренеру, что именно мы достойны выйти на матч против ПСЖ. Свисток, начало матча, поехали. Вратарь первый. Но Верона очень слабо стартовала, у них 4 поединка, всего-навсего один забитый гол, поэтому проиграть мы им, ну, не должны. Момент. Цыганков, обостряй! Обостряй, Витя! Мы на подпатухах. О-хо-хо, хорошо, 1-0, 18-я минута матча. Хорошее начало для Лацио, мы первые забиваем. Достойный гол головой, да еще и от перекладины. Красота. Не-не-не, ни в коем случае нельзя пускать. Молодец, вратарь. Да поздно уже. Поздно уже лезет со своей подачей. Да как? Боже мой, даем просто убивать намертво нашего вратаря. У нас один удар, один гол. Верона уже 6 ударов в створ создала. Мудрик, дальний удар, поворотом и сейв от Сильвестри.
Хорошо, ну в этот раз уже сложнее, он не зафиксировал. Первый тайм, друзья, счет матча 1-0. Лацио побеждает. Удар от Мудрика! Вратарь фиксирует. Ну ничего, понемножечку мы идем к своей заветной цели. Забить дебютный гол за Лацио. И здесь вратарю в руки. Сами бьем! Ну огромное желание у Михаила Мудрика забить, но пока не удается. Хорошо. Еще беги. Забивать! Не прошло. Еще Мудрик. Вот такой вот удар. Лучше бы я этого не делал. Цыганков, забивайте, друзья мои. Почему эти передачи не доходят? Пас на Цыганкова. Ну все. И... А! Да ладно, Цыганков можно было. Ну ничего, друзья, победа 1-0. Все-таки во втором тайме Лацио намного свежее выглядело, нежели в первом. Заслуженные 3 очка и оценка 7,5. Лацио против Гратона. Играем дома. Перевод на Цыганкова. Не рискну дать. Сохраняем. Подача. Отбиваем. Цыганков, скинь. Пробьем. Ай-яй-яй-яй-яй. Жалко. Ну, Решфорд, можно быстрее с мячом расставаться или нет? Чё ты на него смотришь? Сейчас смотрите. Ой, повезло. Видите, как возят. Было опасно. Сейчас бы срикошетил своей жопой мяч ворота, и все. Ох ты, какой сейв роскошный. Запускаем Цыганкова. Цыганков должен успеть. Успевает. А попросим еще. И! Хорошо, слава богу, я уже думал, это не произойдет. Отдал Решфорд там что-то сиси, пока намял, потерял мяч, отлетает круглый к Талиске. Талиска, недолго думая, с левой туда его. 1-0 уже как-то повеселее, поживее будет. Проходит, подает, ну прям вратарю нашему в руки. Удар по воротам! Как танк Мудрик пролез, ударил, и вратарь, я не знаю, в кошачьем прыжке просто тащит. На силу пробил. Было опасно, ну и, конечно, сейв роскошный. Подача, вратарь выйдет. Удар! Ладно, окей, 1-0, первый тайм. Лацио пока побеждает. Мудрик. Хорошо! Блин, не, если бы еще одного навозил. Нет, здесь, конечно, на опыте уже защитник. Хорошо. Ах ты, сука, хочешь побороться со мной? Ах ты хочешь побороться, сука, со мной! Шо там, малой? Угомонись. Все, туда, туда, вперед, дай. Ну не так же сильно. Хотя мы остановим и такую пушку. Ну потом потеряем мяч и заберем. Да ну нахер! Удар по воротам и опять сейв от кипера. Да ну ладно! Да дай же ты мне пас! Цыганков! 1-0. Очередные 3 очка нам падают в копилочку, и рейтинг матча 7,0. Мы довольно-таки огромный объем работы делаем, но пока не удается нам забить только голевые передачи, друзья. Ну что, поединок против ПСЖ, выпусти! Я не знаю, как мне еще стараться. 1-0, ну я как бы и не удивлен. Ну что, друзья, Сассуоло против Лацио. Мы опять-таки в составе. И опять-таки нам нужно доказывать, что именно мы должны на постоянной основе находиться на левом фланге футбольного клуба Лацио. Первый. Молодец, Мудрик, отработал. Потерял игрока, согласен. Подача, и вот, да, мой гол. Вот что бывает, когда ты не успеваешь за своим игроком, вот к чему это все приводит. Да ну ладно, ну хватит вам уже тащить! Подача. Удар через тебя, какой момент! Рэш пробивал, но, к сожалению, чуть-чуть не хватило ему точности. Момент. Ди Франческо. Подбирает, отдает пас и до свидания. 2-0, 11 минута матча. Вы серьезные, чуваки? А вот здесь уже, видите, Цыганков не успел. Вот так вот украинцы сплавили игру. Ну вот сейчас или никогда, да ну нахер! На футбольном поле, для того, чтобы заметили. Ну! Ну! Хорошо, голевая передача. 21 минута матча, Решфорд отыгрывает один гол. Ну а теперь опять нужно впахивать, чтобы сравнять счет, а потом уже в конце-то концов выйти вперед. Решфорду беги, да что ты, не можешь его оббежать, что ли? А некому сделать прострел. Подача на Цыганкова, Витя Цыганков, чуть-чуть не хватает ему роста, чтобы добраться до этого мяча. Тейшера прокидывает мяч,
нарушение правил, и судья принял решение дать штрафной для команды Сассуоло. Удар выше. Бить! Талиска! Хорошо! 2-2, 36 минута матча, вынимай! Вот так вот камбэк из Рил. Решфорд забил, отдал голевую. Прекрасная игра у парня намечается. Тейшера на бешеной просто технике. Отдают пас на Тейшеру. Тейшера не успевает пробить. Ждем подхват. Наконец-то, друзья, хорошо. Мы забиваем свой первый дебютный мяч за Лацио. Да еще в таком-то поединке, когда проигрывали со счетом 2-0, потом 2-2, потом 3-2. Иди сюда, еще впереди 45 минут второго тайма. Ну вот такие уже точно не берутся. Первый тайм, счет в матче 3-2. Подача прям в ворота. И удар! Бить. Не дай бог бы сейчас еще влетело. А вот так. Да как ты взял, а? Хотел за шиворот аккуратно ему положить. Ну что, ловите еще один напоследок. От бати! 4-2, иди сюда, сразу с дубля мы начинаем. Не один гол, один гол это мало для нас в дебюте. А вот два, да, два то, что надо. Я же говорил, лови, бро. Вынимай. Конечно, 5 человек стало перед вратарем. Ну как он увидит момент нанесения удара? Да свидули, я не знаю, как там пролез этот мяч. Ну и рейтинг 9,1. Просто блестящая игра от Михаила Мудрика. Ну вот, дела уже идут повеселее. 7 отыгранных матчей, 12 набрано очков. На первом месте идет Интер, у них 16. Как вы видите, всего-навсего 4 очка нам не хватает для того, чтобы выбраться на первую позицию. В общем, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Больше активности под видео, быстрее выйдет следующий выпуск. С вами был PlayJackson, до скорых встреч, пока.